Один из примеров мимикрии в животном царстве. Кто сейчас в этом кадре разглядит гусеницу-пяденицу? Разглядели? Даю наводку. Вот это гусеница-пяденица. Так она любопытно маскируется под веточку, на березе сидит. До сих пор ее еще ни одна птичка не заметила. Она вроде бы уже взрослая, может быть даже на последней стадии или предпоследней стадии гусениц называются возрасты. Возраст — это период между каждой линькой. Допустим, первый возраст — это период между вылуплением и первой линькой, второй возраст между первой линькой и второй линькой, ну и так далее. Так вот, вот это, я так думаю, то ли четвертый возраст, то ли пятый, не уверен. Ну вот она вот, точная копия веточки. Вот если бы лапок, этих ножек не было ее и головы, точно бы не отличимо было бы.